В нашей стране, к сожалению, футбол очень слабо развит. И мы, к сожалению, не вкладываем деньги в развитие футбольных школ и не растим у себя молодых футболистов. Ну, что-то делать для этого нужно. Нужно что-то прямо развивать, вкладывать, там, строить стадионы и, ну, и так далее. Оплачивать там, может, субсидировать какие-то там зарплаты тренеров детских, чтобы у них была высокая зарплата, чтобы их было много, этих тренеров детских, чтобы эти секции везде были футбольные. Ну, других нет, вот все банально звучит. Ну, а что другое еще может быть? Ради надеяться на то, что вырастут, какие-то появятся. Сейчас это поколение, которое сейчас, шансов, ну, никаких не вижу. Просто вот я вообще очень пессимистично к этому поколению. Ну, во-первых, перестать говорить, что наши футболисты плохие для начала. Во-вторых, необходимо из наших известных ребят сделать настоящих селебрити, чтобы новое поколение стремилось быть футболистами, стремилось играть, выигрывать. Нужно поменять всех футболистов, которые сейчас в сборной. Потому что эти футболисты играют уже очень давно. И на протяжении многих лет нет никаких результатов хороших. То есть мы там что-то чуть-чуть выигрываем, но выйти на хороший уровень футбола наша сборная не может. Давайте тренироваться по бразильской системе. Бегать босиком по песку, играть в футбол, да? Но у нас же половина гламур. Вот если мы мотивацию изменим, что мы за Россию бесплатно попробуй побегай, и чтобы у тебя была идея победить, как в 45-м, опять же, повторюсь, вот тогда будет футбол. А пока это просто чушь.